Данная техника называется жатка для уборки кукурузы ЖК-80. Собирает кукурузу между лядем 70 см, 8 рядков. Данная жатка имеет вес 2 тонны 400 кг. Она легкая, простая тоже в эксплуатации. Вот, имеет мощный привод цепной, мощные хорошие цепи, две цепи. Вот, выполнена она по аналогу фирмы, компании Герингов, вот, тип измельчения ПЦА. Что это означает? Это означает, что работают ножи и противорежущие пластины. Измельчение стебля выполняется режущим блоком, то есть стерня измельчается до мелкой фракции, а початок аккуратно, бережно забрасывают в жатко приемную камеру и комбайн. И шнеком подается уже непосредственно в сам комбайн. Вот. Что из особенностей... Сейчас внутри посмотрим, что там подается. Из особенностей выполнения конструктива самого, то, что режущие части металлические, покрытые немецким специальным порошком, вот, которые не стираются, имеют самозатачиваемую поверхность, тем самым срок эксплуатации 1500 гектар, вот, после этого их можно будет заменить и обратно вот им. По сути, расходниками являются наши, они есть в свободном доступе, как запчасти, как расходники. Редуктора производит наш завод, редуктора тоже проводят несколько степеней проверки, обкатки, контроля. Вот. Ну, понятно. Регулируют. В комплекте идет специальное включение устройство, чтобы можно было регулировать зазор между, так скажем, приемными ручьями, так скажем, да? Вот, если, к примеру, большая стерня, можно будет расширить, либо если там, мелкая, можно будет немножко сдвинуть. Вот, и натягивать цепи. Выполнена она так же, как Герингов, поэтому даже каталожные номера, там, звездочек, если, да, к примеру, можно будет даже заказывать. Совместимо, да. Да, будет совместимо, да. Взаимосовместимо. Также вешается на два комбайна, на любой комбайн. Единственное, что надо будет выход на два вома у комбайна, чтобы было. Два кардана идет, мощный левый и правый привод. Понятно. Уже говорю. Вот, пластиковые делители выполнены тоже, ну, не нашим заводом, но под заказ. Вот, они крепкие, по ним проблем не возникает вообще. Если, конечно, трактор наедет, то, конечно, будут какие-то вопросы, да, раздавят его. Но, в принципе, там могут дети и взрослые прыгать на нем, там, в случае очень крепкий пластик. Вот, вообще, жатка пользуется большим спросом и рекомендовалась с хорошей стороны. Так, надежный и мощный продукт, который аналогами соответствует европейской импортной технике. Тоже по доступной цене, тоже, да? По доступной цене, да. Хорошо, спасибо.